В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней суррогатной матери из Казахстана. Она родила ребенка и продала его в Китай почти за 1 000 000 рублей. Материалы переданы прокурору. Остальные дела о торговле красноярскими детьми еще у следователей. О том, что одним из уголовных дел скоро займется суд, сообщил адвокат, представляющий интересы 20 граждан Китая. Они отдали деньги, но младенцев так и не дождались и были признаны потерпевшими. Все 19 новорожденных были помещены в дом малютки. Адвокат китайской стороны считает, что если суд вынесет по делу первой суррогатной матери обвинительный приговор, это будет прецедент. И ее дело станет доказательной базой в отношении остальных фигур, которых сейчас более 8. Напомню, скандал с торговлей красноярскими детьми всплыл наружу в декабре 2020-го. Кроме 5 женщин, подозреваемыми стали директор фирмы по подбору будущих рожениц, медсестра и замглав врача перинатального центра. Подробнее о расследовании смотрите сегодня в вечернем канале «Прима». Коллеги свяжутся с юристом и с няней, которая ухаживала за одним из проданных малышей.